Мама, папа, я, здоровая семья. На республиканский семейно-спортивный фестиваль, инициатором которого выступает Министерство спорта и туризма Беларуси, собрал 36 семей из всех областей. Свои спортивные способности и навыки 170 участников демонстрировали в 9 видах. Младшее поколение соревновалось в 3 возрастных категориях. Изюминка этой спартакиады в том, что участвуют не профессиональные спортсмены, скажем так, даже не любители. Это семьи, которые ведут здоровый образ жизни, которые стремятся к здоровому образу жизни, и родители своим примером подают детям не то, что там просто рассказывают, как надо делать, они просто показывают, как это надо делать, и дети тянутся к здоровому образу жизни. Цель спортивного фестиваля – не только выиграть приз и занять первое место. Главное – в очередной раз показать, что семейные ценности воспитываются и прививаются с малых лет, и родители – это маяк и ориентир для своих детей. Нужно проводить такие соревнования. Дело в том, что даже ради детей, просто детей надо приобщать с самого детства к спорту, потому что дисциплина у нас осталась только в спорте. Ну и для родителей, естественно, тоже какой-то праздник. По результатам общекомандного зачета победу в семейном фестивале «Мама, папа, я, здоровая семья» праздновала Гродненская область. Команда Брестской области, как гостеприимная хозяйка, замкнула итоговую таблицу. И совершенно не важно, кто оказался первым. Главное, семейный праздник получился. И семья сплоченнее, и детки здоровее, и все это укрепляет и иммунитет их, и все, ну, и весело, и дети общаются, и тут они знакомятся. Ну, надо, все для надо. Детей. Все для детей. Дети – цветы жизни. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».